Украинская логистическая инфраструктура от портов до железной дороги и авиасообщения нуждается в обновлении. Над этим сейчас работает Мининфраструктуры. Об этом премьер заявил во время поездки в Николаевскую область. Владимир Гройсман также отметил, что Украина стала более прозрачной в сфере ведения бизнеса и открыла базу данных владельцев компаний. Премьер убежден, что эта информация позволит усилить гражданский контроль, а айтишникам даст возможность создавать новые онлайн-сервисы. Украина таким образом первой в мире присоединилась к инициативе международной организации Transparency International.